Бесплатный конструктор страниц Elementor на WordPress. Мы с вами продолжаем создавать сайт. В этом видео, как оформить блок отзывов на сайте. Итак, в прошлом видео мы с вами делали о нас. Если вы не смотрели мои предыдущие уроки, настоятельно рекомендую посмотреть все уроки. Я показывал, как создать первый экран, второй, третий. Блок о нас. Сейчас мы добрались до отзывов, и давайте посмотрим, как он реализуется. Итак, я перехожу в админку с сайта и сразу начинаю заниматься секцией. То есть я перехожу в плагины, перетаскиваю, создаю одну ячейку. Далее я копирую плагин текст, вставляю сюда. Перехожу в настройки основной секции. И вообще, мне нужен точный код цвета, который вот этот нежно-розовый, фиолетовый такой, непонятно какой, я тут использовал. Мне нужно его получить. Я возвращаюсь вот в эту секцию, стили, низ, кликаю по цвету, забираю код цвета, чтобы он здесь был одинаковый. Перехожу в настройки этой секции, также захожу в цвет и просто вот здесь назначаю данный код. Чтобы цвет был одинаковый, чтобы не было видно разрыва. Дальше, в этой же секции, не забываем, делаем отступ по 50 пикселей, в моем случае, сверху и снизу. У нас я делаю белым цветом, чтобы он хорошо смотрелся на этом фоне. И нам остается разместить отзывы, то есть как здесь это реализовано. Это у меня все в одной колонке, поэтому я перехожу в плагины. Нахожу здесь отзывы плагин, перетаскиваю его ниже заголовка. И давайте посмотрим настройки. Давайте сразу с цветом. Видите, темный текст, стиль перехожу. И беру цвет белый для нашего заголовка. Изображение настройки можете пока не трогать. Дальше имя. То есть смотрите, у нас отображается имя, кто оставил отзыв. Имя, фамилия, ну тут может быть имя, а вместо фамилии что-то еще, не обязательно фамилии писать. Естественно, отзыв оставляется на сайте как? Он прямо не на сайте оставляется, вам их отправляют, например, на почту по просьбе ваши клиенты, а вы их сами на сайте потом разместите. Соответственно, имя, цвет, видно у нас, что там синий, я использую белый, на этом фоне хорошо смотрится. И еще один текст, этот подзаголовок, я не знаю, как хотите его назовите. Вот этот заголовок, он так и есть, выбираем тоже белый цвет. Далее, содержимое. Я беру текст один из своего реального отзыва своего клиента. Дальше изображение, лицо вашего клиента также надо загрузить с компьютера. У меня есть некие картинки своих клиентов. Это небольшая картинка, 200 на 200 квадратная картинка. Если вы хотите, чтобы она смотрелась прям круглая на сайте хорошо, тогда надо, чтобы она была квадратная, ровно 200 на 200. Это может быть 300 на 300. В общем, я выбираю картинку человека, своего клиента, вставить. Вот здесь она располагается. И переходим в стили. Здесь есть вкладка вот изображение. И размер на самом деле вот здесь вот управляется. Вот. Если надо сделать больше. Ну и соответственно здесь у меня по левому краю, если вам так нравится. На самом деле мне сейчас больше нравится даже по центру, чтобы это было выглядело. Если надо по левому краю, содержимое вот здесь внизу, вот по левому краю все. Я оставлю здесь по центру. Дальше расширенный внутренний отступ. Я сделал по 10 пикселей, чтобы немножко текст, картинка, все отходило от рамки. Рамки пока нет, я хочу ее сделать. То есть вот здесь вы видите рамка с скругленными углами, и текст не прижимается к рамке, это было бы некрасиво. Поэтому также делаем. Я делаю сначала отступ, дальше граница. Тип границы сплошная. Сейчас она у нас черная, цвет я выбираю белый. И скругленные углы делаю по 10 пикселей. Здесь, если вам плохо видно, давайте обновимся. Пойдем на сайт, в предпросмотр, посмотрим, что получается. Ну, примерно как-то так. Естественно, вот это где находится, имя, да, вы уже поняли. Где это меняется, это вот здесь вот у нас меняется, имя, заголовок. То есть я написал здесь имя, здесь фамилия, в общем, как хотите. Какую информацию хотите, ту и расположите. Здесь на самом деле задумка, видите, здесь по левому краю, здесь по правому краю отзыв должен быть, тут на ваше усмотрение. Просто дальше уже все проще, вы просто делаете дубликат, делаете еще там дубликат,
И меняете текст отзыва, меняете картинку. В принципе, все, у нас блок отзывов готов. Полный видеокурс по Elementor Pro для начинающих. В данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том, как создать профессиональный сайт на Elementor Pro версии. Пройдя этот курс, вы станете настоящими профи в создании сайтов. Я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса, ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео. Прямо сейчас вы можете перейти к просмотру следующего видео, где я покажу, как оформить блок «Контакты» с интерактивной картой от Google, где можно расположить положение офиса и другие интересные вариации отображения контактов.